Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании ProLight на цоколь HB4, температура свечения 6000 кельвинов. Комплект поставляется в обычной картонной упаковке. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы. Они защищены вот такими вот поролоновыми накладками для того, чтобы не повредились при транспортировке. Мощность ламп 35 Вт. Подключается на питание с помощью разъема. Питание 12 Вольт подключается. Блоку розжига ведут три разъема. Два разъема, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это нужно знать при замене ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Все то же самое. Сейчас одну из ламп мы подключим на питание. В данном случае нам понадобится переходник вот такого вот плана, чтобы подключить блок розжига. Подключаем переходник. Далее три разъема подсоединяются к блоку розжига. В принципе, подключение очень простое, никаких сложностей не вызывает. Разъемы все индивидуальные, перепутать не получится. Вот сейчас мы подключим питание 12 вольт и визуально посмотрим, как будет отсвечивать лампа. Подключаем 12 вольт. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенонового автомобиля нужно корректировать фары, выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. На комплект данных ламп при покупке обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.